2 июня 2019 год. Все празднуют начало лета, а мы все празднуем начало семейной жизни Гриши и Леночки. Ребята, счастья вам, здоровья, вы самые крутые. Гости понемногу съезжаются, и мы идем с ними болтать. Погнали! Добрый день, сразу встречаем наших гостей. Вы на свадьбу, я надеюсь? Нет, мы на день рождения. На день рождения. Маша, нормально. Признайтесь честно, ждали этот праздник? Нет. Да чё, я реально ждал. Вы знаете, как зовут нашего жениха? Валерий. Как зовут невесту, знаете? Алла, знаю, знаю. Так? Алла. Точно Алла? И Кристина. Вы знаете, как зовут нашу невесту? Татьяна. Света. Да. Как вы относитесь к свадьбе Гриши и Лены? Негативно. Негативно, а вы? Почему? Пускай себе делают, что хотят. Как вы? Да, это их выбор, я не знаю. Он душит, ну, нормально, чем не душит? Да, давайте расскажу. Как вы относитесь к свадьбе Гриши и Лены? Я негативно. А вы? Если оно меня не касается лично, то мне как бы, ну... Как вообще дела, как настрой? Нервничаю больше, чем на своей свадьбе. Подождите, у вас еще не было свадьбы? Была, и разведен. Да, красавчик. Как настрой на праздник? Прекрасно. Нас на видео снимают или это просто фотография? А, да? А вы считаете, что микрофон должен передавать звук на фотографию? Ну, нанотехнологии. Как вам вообще, Гриша? Это палево, по-моему. Да. Отдельная история жизни, наверное. Все, давайте не будем рассказывать, да, на камеру, потому что, ну, чтобы не было проблем никаких. Лен, я не знаю, но, по-моему, эти девочки поглядывают на твоего женишка. Как вам, Лена? Да все. На данный момент это уже проблема, скажем так. И то даже уже не по салфеточке там. Ну, это на***, это ж, а зачем? Те же самое питание, буквально декілька слів про зятя, як він себе, ну, як він вам? Гарна людина. Ну, як вам сказати, не думаю, як за стіною буде моя донька. Будемо надіятися. Ну, вы как все-таки руководитель, можно ли прогнозировать, что Ленке повезло с ним? Ну, тут прогнозы бесполезны, потому что такое, как у Ленки, наверное, только у Светки. Это вы, наверное, Светка. Как думаете, сколько у Лены и Гриши будет детей? Да. Сколько? 11. 11. Это вы, да? 11. 15. Признайтесь, что вы сегодня подарили? Чайник. Ну, такое очень полезные вещи, которые на чердаке внуки будут рассматривать. Что вы сегодня подарили жениху и невесте? Наборы, одеяло, подушки. Это что там? Очень важно. Это очень нужно, да. Молодожены подготовили для вас, уважаемые гости, очень много сюрпризов. Один из них сейчас прям продемонстрирую. Смотрите, я закрываю глаза, вот, закрыл. И просто вот так вот пальцем в небо нахожу любую фамилию. Вот здесь. Так. Александр Коваленко. Александр Коваленко и Оксана Коваленко. Именно эта семья получает прекрасную возможность сегодня в конце вечера заплатить за банкет. Саша, Оксана, поздравляем. Очень хорошая идея. Очень хорошая идея. Кто сегодня подарит меньше всего денег? Дима Коняев. Дима Коняев, который лысый? Серж. Я знаю. Это Влад Яма свадебный наш. Как думаете, кто сегодня напьется на свадьбе? Давайте в именах. Артем, муж мой. Артем, ваш муж, принято. Посмотрим. И брат Василий. Как вы думаете, кто из гостей сегодня напьется вообще в Драбадан? Ну вот Санька Бондарчук точно. Вот этот в костюмчике. Вот этот парень в костюме. А этот, который виника любит. Ну он будет купаться под него потом в бассейне, это точно. Хорошо, хорошо. Это вообще скрытый талантливый парень. Он на третьей рюмке начинает раздеваться. Магически пропадает от... Ну маякнешь мне, чтобы я ему напомнил, что третья рюмка прошла. Скажите, кто сегодня напьется? Оля. Оля, это кто? Это я. А, это вы, Оля. Magic people, voodoo people.
Скажите, кто сегодня напьется? Ну, я не знаю, чи він... Вот Діма, я знаю, що він був... Вот як 30 років було, так він був дім. Оце людина. Давайте обратим внимание, уважаемые гости, на то, что локация выбрана идеально. Если утром вы просыпаетесь где-то на газоне этого ресторана, и вас подсушивает, просто голову сюда и все. Сушнячок снимает как рукой. Как вы думаете, надо ли в семейной жизни изменять? Конечно, постоянно. Надо ли в семейной жизни изменять друг другу? Обязательно, без этого никак. Больше муж жене или жена мужу? Муж жене. Надо изменять в семейной жизни? Несомненно. Ну, чтобы тонизировать чуть-чуть. Место для должно быть всегда. Больше вот вы жене или жена мужу? Я жене. Надо ли в семейной жизни изменять друг другу? Обязательно. Что вы скажете? Я думаю, что так же надо. Тонизировать семейную жизнь. Когда вы последний раз изменяли? Не особо давно. Ну, сколько? Ну, недели две назад. Нормально, нормально. Сейчас девушка есть? Нет. Посмотрим, да? Может быть, сегодня потенциально. Я смотрю, свадебка красивая. Тут столько беременных, шансов ноль. Блин, а они еще приготовили вот эти подарки, тесты для беременности. Зачем? Тут и так видно все. Как вам девушка в желтом платье? Думаю, хороший вариант. Меня он устраивает. Вы мылись когда-нибудь с Гришей в бане? Можете показать, какой он мужик? Ого! Какой Гришка мужик? Можете показать? Это прилично. Угу. А вы какой? Это больше, думаю, будет. Вы знаете, чем до недвижимости зарабатывал Гриша на жизнь? Танцором был. Точно? Да. А, точнее? Стриптизером. Кто? Стриптизером. Вы знаете, кто по профессии наш жених? Стриптизер. Один раз согрешил, один раз. Но это была закрытая вечеринка. Я бы посмотрела. Она бы посмотрела. А напоминаю, что это невестка этого молодого человека. Перед нами наши счастливые молодожены. Ребят, как себя чувствуете в самый особенный день? Пока что непонятно. На самом деле сказать так, чтобы прямо вот мы понимали, что мы что-то понимаем, то мы не понимаем. Но на самом деле ощущения только прекрасные, да. Смотрите, ребят, вот сейчас нас смотрят все гости, все. Нужно им сейчас что-то такое сказать, чтобы они либо крикнули вам горько, ну что-то, либо просто их поблагодарить, не знаю. Одно, давайте, 3-4. Ребята, вы лучшие! А я скажу, ребята, давайте жить дружно. Или это не за это? Нормально. Вы лучшие! Гамара!